навредит. Ой, ты, свинья, В Екатеринбурге на одной из ремонтируемых трасс в 5 часу пополудни, то есть, читай, посредь бела дня, приключился водительский конфликт, прикиньте, из-за кулька с детской блевотиной. Вот по разным причинам в наших широтах антагонизировали и даже дрались автопилоты. Но из-за блевотины это, пожалуй, экзотика. Фабула такая. По ремонтируемой дороге неспешно, с учетом пробочного режима, катился Mercedes-Benz E300 2010 года выпуска с 86-ми ханты-мансийскими номерами. Ну, то есть в Мерине по крайнему правому ряду ехали гости Екатеринбурга. И вдруг из правого окна детская рука выбросила полиэтиленовый кулек прямо на дорогу. Это мусорное обстоятельство всколыхнуло пилота, ехавшего следом. И он счел своим гражданским долгом сделать людям в гостевом «Мерседесе» вежливое замечание. Дескать, можно было бы кулечек довести до ближайшей урны и там выбросить. Извините, пожалуйста, ваш ребенок только что выкинул мусор, мусорный пакет. Ну а что, как свиньи-то? Нет, я не местный, я просто, ну это не культурно. Ну можно же объяснить, правильно? Можно было остановиться и подобрать. Давай. Казалось бы, кулек это не такая уж веская причина, чтобы останавливаться в таком медленном потоке. Однако гонор-то, гордынюшку-то никуда не засунешь. И ханты-мансийский мерсовод тормознулся, чтобы расставить обе точки над «Е». При этом еще пытался наши дороги обидеть. Нет, мне не поговорить охота. А я объясню, а что можно было бы остановиться и подобрать. А вы чего прям, подобрать? Прям у меня сын едет от этой дороги, от вашей тык-мык-мык, поймешь, как все ездят, вот и шнит начал. Он наблювал туда, чтобы я здесь не вставать посередине дороги, не выводить его, чтобы он пришел в кустики и поблювал. Я понимаю прекрасно. Ну, но это же можно было подъехать чего? Хотя бы туда. Куда я? Куда я подъехал? Ну, просто какой пример вы подаете? Ну просто пример? Из-за вас-то такие же, как свиньи, здесь и начинают все это и происходит. Бросаю. Братан, начинай. Да я же не говорю, начинай. Что... Времени нету. Да времени у тебя нету. Просто как... Ведешь ты просто как по-свински. Телеграм-канал «Екатеринбург номер один», который первым опубликовал видео этого конфликта, задал читателям вопрос. Друзья, как думаете, кто прав в этой ситуации? Вот на наш вкус так оба пилота правы. Хотя бы в том, что не устроили посреди пробки драку из-за детской блевотины. Кроме того, рулевой, сделавший вежливое, с извинениями замечание, точно прав. Потому что надо указывать на факты свинства, иначе зарастем мусором. Но при этом и ханты-мансийский мерсовод тоже прав. Видно же, что он спецом из пробки выехал в правый крайний ряд к отбойнику, чтобы ребенок бросил кулек в траву. Просто блеванувший ребенок, как акела, промахнулся и кулек не долетел. Ну, друзья, ну а какой может быть спрос с ребенка, которого только что вывернуло?